Здравствуйте. Ближнее Подмосковье, Новая Москва. Приступили к утеплению отделки фасадов пенополистиролом, система Церезит. Утепление дома, построенного из газобетонных блоков. Во время приклейки пенополистирола производим выравнивание стен. Выравнивание производится по шнуркам, по провесочным. Вот видите. Здесь шнурки провешены. Снизу в месте примыкания к цоколю из-под системы выведена сетка. И начали приклейку пенополистирольных листов. Во время приклейки ребята сразу делают уклон под установку подоконных отливов. Это здесь видно достаточно хорошо. Второй день работы. Вот они потихонечку, не торопясь, начали уже делать. Значит, достаточно много листов пришло с буграми, приходится срезать пузо. Сильный пузо? Нет, есть чуть-чуть. Козой вот. Видите, станок настроен для того, чтобы срезать пузо. Начало сезона, не хватает пенополистирола. Мустрой 31. Не на все объекты может сейчас отпустить нам материал. Так что вот. Как раз это вот приспособление для того, чтобы снимать пузо на листах, потому что есть всегда листы с пузами. Это вот видите, листы уже готовые. Рабочий срезает бугры на листах пенополистирола, потому что есть такие листы, не совсем ровные. Видите, по двум направляющим срезает пузо. К сожалению, приходится этим заниматься. В пачке хотя бы один лист, но кривой. Утепляем дом, основной гостевой дом, баньку. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы.